Всем привет, ребята, с вами Умный Фломастер, и сегодня мы рисуем салют. А вы знали, что салют придумали в Китае? И это знают, вероятно, все, но вот что странно, он опередил порох. То есть фейерверки научились делать до того, как изобрели порох. Рецепт простейшей петарды прост – стебель бамбука. Если его нагреть на огне, он в конце концов взорвется. Чуть позже эту его странную особенность стали использовать для отпугивания злых духов или даже менее развитых захватчиков, которых непривычные резкие звуки, возможно, могли и напугать. Рецепт пороха тоже узнали случайно. Сразу же после этого китайцы решили усилить взрыв и добавить ярких искр. Следующая стадия развития петард – бамбуковая палка, начиненная порохом. Еще позже научились делать ракеты – петарды с отверстием для огня, который, вырываясь наружу, создает реактивное движение. Салют и фейерверк – это разное. В русском языке эти два понятия почти слились. Однако есть разница. Салют – это все огненные забавы, которые взлетают строго вверх. Почти вся остальная пиротехника попадает под определение фейерверк.